4 апреля в администрации прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Начальник медсанчасти 135 сделал объявление для жителей нашего города. В этом году исполняется 40 лет медико-санитарной части. Приказ о создании медико-санитарной части номер 135 был подписан 1 октября, 40 лет назад, поэтому у нас будут проводиться праздничные мероприятия, и в рамках этих праздничных мероприятий медсанчасти будет организовано два конкурса. Это конкурс детского рисунка и конкурс на создание эмблемы медико-санитарной части. Всю информацию мы вывесим на сайте нашего учреждения, разошлем информационные письма в СМИ и в Комитет по культуре и образованию, чтобы жители, дети смогли принять участие в этих конкурсах. Коммунальные службы работают в штатном режиме, заканчивают уборку снега на городских улицах и во дворах микрорайонов. В образовательных учреждениях 2 апреля началась четвертая четверть. Сейчас у нас пройдут тренировочное тестирование по предметам по выбору для выпускников 11 классов. И готовимся к устному собеседованию по русскому языку ОГЭ для учащихся 9 классов. В центр занятости в марте обратились 64 человека в поисках работы. Из них 20 человек зарегистрировано безработными. Трудоустроено 49 человек. Безработных на конец периода стоит 115 человек на учете. Из них 94 человека являются получателем пособия. Уровень безработицы зарегистрирован 0,66%. Инфекционные заболевания на прошлой неделе в Десногорске регистрировались на обычном уровне.